желательно, чем меньше, тем лучше. Потому что в первую очередь на это реагируют клетки мозга, развивающиеся у плода. Возможно ли развитие цивилизации без взаимодействия с темными силами? Ну, вы знаете, развитие это, конечно, возможно, но, конечно, без темных сил было бы лучше паразитов. Но это редко бывает, к сожалению. И, во-вторых, знаете, вот то, что наши некоторые цивилизации, которые прародители, которые мы, потомки, которые привезли нас сюда, наши предки, точнее, они, в принципе, давно уже развивались без зла, так сказать, ну, сталкивались за пределами и превратились в силу этого в наивных, доверчивых существ, которые паразиты легко вышивают лапшу на уши и обманывают. Поэтому я не говорю, что нужно быть, так сказать, злым, недоверчивым и так далее, но всегда нужно быть, как бы, понимать, что черные есть, и нужно понимать, что они существуют, и что они мыслят по-другому. Потому что большинство людей как мыслит. Вот я, если это не сделаю, да, то другой человек это не сделает. И считай, если он так думает, значит, другой человек не будет так делать. Если не пойду убивать человека, то и другой человек не придет меня убивать. Так ли это? Скажите. Можно верить, что другой не придет и не убьет, правильно? И даже как он представит голове, тоже мы думаем, что он просто пугает, может, ну, бывает, и пугает, не убьет. Но очень часто это не значит, что если ты не убьешь другого, то другой не убьет тебя. Это не значит, что ты должен убивать другого, но должен предположить, что другой не мыслит так, как ты, и не нужно проецировать свое понимание, свое мышление на всех остальных. Просто нужно быть осторожнее. И то, что еще черные, помогает развиваться. Я не знаю, это для всех, не могу говорить за всех и вся, но лично в моем случае мне очень сильно помогли развиться довольно-таки быстро, в течение даже одной жизни. Ну, правда, при этом они пытаются убрать меня много раз, и поэтому, так сказать, мне удалось выжить, конечно, но могло, что я бы не выжил, но получилось то, что я выжил, победил, разобрался с ними. Но если бы не было этого, то я бы не знаю, сколько мне потребовалось времени, чтобы разобраться с теми вещами, которые удалось разобраться, было тому, что мне пытаются уничтожить именно, в кавычках, друзья-товарищи. Поэтому какой-то степень нужен. Но вопрос, нужно ли каждому проходить то, что через я проходил? Думаю, нет. Лучше, чтобы если кто-то прошел, чтобы человеку дали другому понимание, чтобы он понимал, что и как нужно делать правильно. В чем это говорить? Не просто так сказать, вот так делать, потому что так я сказал, а именно дать понимание, чтобы человека это проникло, стало его внутри, для него это было понятно, и, естественно, даже чужой опыт стал своим через понимание осмысления. Вот это поможет многим людям, думаю. Вот, ну, а кто желает пройти вперед, флаг вам в руки, говорят. Следующий вопрос. Про это воплощение или... В любом воплощении. Значит, кто от блокировок хотел и так далее, значит, просьба тогда тех, кто хотел. Сегодня, может, тут есть, я не знаю, по женской клинике кому-то работать надо, особо очищать и так далее, не нужно, потому что я не прочитал, может, тут есть вопрос. Есть, нет, поднимите руки. Есть. Да. Наверное, всем надо. Жалко, что всем надо. Жалко, что всем надо. Хотелось бы услышать, нет, никому не надо. Так надеялся, к сожалению. В том-то дело, к сожалению. Если бы люди знали это раньше, то многое бы что делать по-другому. Но, к сожалению, вот... Наши люди вот это уже хорошо. Вот это радует. Но тогда нужно, конечно, поработать. Есть такая позиция. Тогда это пока женская часть, которая интересует данные моменты, просто настроиться. Мужская тоже, если хотят избавиться от телегонии. Почему? Женщина уже знает. Но если кого-то не знает, я объясню. В двух словах. Просто каждый раз, когда женщина имеет близость с мужчиной, от мужчины остается отпечаток. И этот отпечаток передает вплоть до психических и генетических заболеваний того мужчины, с которым была женщина. И когда таких отпечаток много набирается, то ребенок, даже неважно, кто отцом, ну, говорит, кто зачал ребенка, ребенок получает полный букет всего букета, включая психические и генетические болезни партнеров
девушки, ну, женщины в данном случае. И наши предки это прекрасно знали и старались не допускать, что такое происходило. И не случайно, когда возникла сексуальная революция в Америке, ну, вы знаете, 70-е годы, после этого там здоровых детей практически уже нет вообще. А те Россию привезли, сексуальную, чтобы и у нас здоровых детей не было вообще. Вот. Поэтому в данном случае, говорится, вот, для тех женщин, которые действительно не знали и попали в такую ситуацию, я не говорю, что там у них были там десятки, сотни и так далее, но бывало ситуация, что было несколько разных мужчин по тем ситуациям. Вот те, кто желает это, значит, пускай подумают, и я очищу, чтобы дети рождались здоровыми. Так, значит, женская и другая часть мужского, которую фильм недавно «Беременные» видели, да? Но кто считает, что они тоже могут родить ребенка? Это шутка. Просьба тоже настроиться. Ну вот, да, перед тем, как дальше продолжу, еще несколько минут есть. Забыл, в каком фильме, в книге читал, давно это было, что вот ситуация, чтобы женщины не попадались на уловки разных проходимцев. Там приводится пример, что приходит беременная женщина к шаману и говорит: слушай, скажи, что как ты можешь? Он там кредовал. Шаманил там, не кредовал, шаманил. Ты знаешь, у твоего ребенка не хватает ручки и ножки. И она говорит: а что же мне делать? Сейчас исправим. Вот если такие специалисты будут убирать или добавлять что-то, пожалуйста, женщины, не покупайтесь, хорошо? Теперь, значит, следующее. Те женщины, у которых были аборты, есть такие, желающие избавиться впоследствии? Есть. Тоже, значит, кто желает избавиться, пожалуйста, настройтесь. Так, ну вот. Да, как раз по поводу вопросов. Некоторые люди пишут мне, спрашивают, потому что, может, кто-то будет слушать это. Вот если мы будем просматривать вот последнюю часть, надо только будет последнюю часть просматривать, чтобы не слушать мою ахинею 3 часа. Вот если мы будем просматривать, будет ли на нас действовать то, что происходит в зале? Да, действие будет, просто с одной только одной коррекцией. Когда я работаю с залом, тем, кто находится в зале. Естественно, я чувствую определенные индивидуальные качества, потому что я могу работать сразу с теми людьми, которые хотят индивидуально, хотя я не работаю, над каждым не стою. Когда же смотрит кто-то другой, то они в зале не находились. Естественно, на них я не настраивался. И, естественно, некоторых нюансов индивидуальности я не учитывал в ситуации. Поэтому эффективность будет несколько меньше. Но для какого-то тяжелого случая просто нужно просмотреть несколько раз, и тогда, думаю, в большинстве случаев эффект будет все равно положительный. И теперь и до мужчин добрались, да? Женщин всех, так сказать, просьбы решили. Теперь мужчин. Значит, и не только мужчин, это уже касается не женских проблем, а вообще проблем. В смысле проблем блокировок,
которые кодировок, которые попадались, кто там, ну, по крещению, там все такого плана, или другие планы кодировок. Пускай каждый подумает о тех блокировках, которые он знает, считает, хочет избавиться, потому что я не считаю необходимым избавлять от того, что человек не хочет избавлять, даже если он это негативно, человек должен добровольно желать. Я не собираюсь кого-то обижать и насильно заставлять, давай я тебя избавлю от этого, давай я тебя избавлю от этого. Мое дело предложить, а человек может остаться с тем, что он хочет, если ему нравится, это его право. Поэтому подумайте сейчас уже все, без исключения, дискриминация как мужчин, да, женщинам отдельно, а мужчинам вообще, все со всеми, да. Ну, что ж поделаешь. Мы же все-таки отличаемся, мужчины и женщины, поэтому и такое разделение. Значит, каждый подумает о том, что он хотел бы, если кто-то ничего не хочет, значит, ничего не будет убираться. Подумайте, и тогда сейчас поработаем. Готовы? Поехали. Так, ну вот, и все даже живы, да? Я благодарю всех вас за то, что вы сегодня пришли сюда. Прошу прощения за тесноту, но надеюсь, то, что все-таки удалось мне сегодня затронуть, все каким-то образом помогло, ну, может, не всем, но хотя бы многим из вас получить ответ на некоторые вопросы, а может, и на несколько вопросов. Желаю всем удачи и все-таки просьбу подумать о том, что мы сегодня говорили, потому что за нас никто ничего не сделать не будет. Только мы сами можем изменить и свою судьбу, и судьбу своей страны. Ждать у моря погоды бесполезно. Ее нужно самим создавать. Благодарю вас. Благодарю.